Привет, дети ночи, с вами Алена Вондер на канале Vampire Vlog. И сегодня мы с тобой смотрим прекрасного исполнителя под названием Jesus. Jesus не Christ, но Jesus наш, с девочкой в классе. Это один из крутецких клипов и хитов из его арсенала New Rap. New Rap, это я знаю, Ван Гог. Золото и девочка в классе. Ну что, мы с тобой оценим. Я еще не видела, не слышала. Вот, и, возможно, здесь будет рок. А возможно, мне подсказывают, но это не точно. А, уже будет, все правильно. Так и надо. Мы такое любим. Я тебе уже говорил, что он звучит симпатично. Вот знаю, он симпатичный. Ты была самой лучшей девочка в классе. Ты была самой лучшей. Да, красиво. Девочка в школе. Я думала, это будет New Rap, ты знаешь, но я ошиблась. Но такой, знаешь, гитары, но такая лиричная песня. Ты менялась на моих глазах, мы не видели так много, и ты мне не верила. Скурина слила, что я наделал, мы жизнь на перилах подъездного. Блин, сейчас, подожди. Я волоса потерялась, ну потому что, ну, это стоит того, понимаешь? Стоп, подожди, стой. Короче, эта песня посвящается какой-то девочке. Стопудово первая любовь, вторая любовь или третья любовь, но самая яркая, возможно, я не знаю. Если ты что-то знаешь, напиши мне. И, блин, рок, огонь. Трэш, как мы любим с тобой. Ну, продолжаем. Я хотела тебе сказать про девочку, но, знаешь, я остановила в самом лучшем месте, как всегда. Вот, да. Ты была самой лучшей девочкой. Сейчас ты еще покажу. Ты была самой лучшей. Нет, вот. Девочка в школе. Нет, как-то по-другому. Я тебе потом расскажу про это. Расскажи о том, как со мною поступила. Да, расскажи. Прежде расскажи, как тебя похоронил. Твое сердце лед, значит, мое сердце льдина. И поэтому покажи мне то, к чему я так не привык. Угу. К чему я там не привык? Боже, покажи все плёванные чувства, которые заставили больше тобой дышать. Угу. Зависимая любовь, здравствуй. Ты видишь меня в непонятном для себя искусстве. А я не вижу тебя, но я так хочу сказать. Ты помню! Какая трогательная песня. Трогательная. Рокерская. Точнее, это даже не рок, а панк-рок. Он же у нас панк-рокер. Ты не знал? Да я столько не уверена, ты знал. Даже брат. Рок-режим. Ты была самой лучшей девочкой в классе. Ты была самой лучшей
девочкой в школе. Сейчас будет рок жесткий. Наверное, ты его девушка. Может, это она и есть. Посвящается ей. Самый лучший. Почему была? Знаешь, мой... Ага, ага, этот все. Мой готический мозг фразу «ты была». «Ты была, ты была, я к этому причастен». Ну, это все, конечно же, шуточки. Мы с тобой шутим, смешно, не смешно. Да. Блин, симпатичный парень. Я тебе уже об этом говорила в «Marlboro Gold». Я тебе уже об этом говорила в «Золоте». И тебе скажу еще раз, девочки в классе. Симпатичный, харизматичный. Но выбрал путь рок-звезды, окей. А мог бы стать рэп-звездой. А ты мне напиши, как ты думаешь, где ему лучше? В рок-сфере или в рэп-сфере? Где он более харизматичен, более супер? Более супер. Мне кажется, везде. Пускай будет везде и понемножку. Знаешь, на самом деле он мог бы реально заниматься и рэп-музыкой, так продвигать свои, так сказать, свою фан-базу, свою аудиторию расширять, и тем самым заниматься еще своим любимым делом. Почему бы и нет, да? То есть и для дела, и для коммерции. Было бы здорово, потому что он нашел себе последователей, ну, точнее, не последователей, а слушателей, да, которые оценили его творчество среди, вот, в рэп-сфере, да, Ван Гог, вот этот его интересный. И рок, да, рок. Так что вот так, очень интересный исполнитель. Мы с тобой посмотрим его еще, но чутка попозже. Если понравилась моя реакция, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши в комментариях, что ты думаешь об этом клипе. И до новых встреч, пока-пока.